Короче, ребята, всем еще раз привет. Я вот когда только закончил стрим, решил все-таки проверить еще раз видео, где были написаны, ну, короче, где были сделаны все звонки после финальной миссии в Давасити. Я понял, что я немножко лоханулся и пропустил один звонок. Хотя я хотел нас на сегодняшнем стриме принять все звонки, но, к сожалению, я, как сказал, немного лоханулся и один звонок принять забыл. Вот не могу я с момента вот оставить так. Как вы знаете, я просто большой перфекционист, поэтому я вот этим вот коротким роликом сейчас просто этот звонок вам покажу. Жмем тэп. Эгнес, Келли. Как дела? Все в порядке, я пока еще хожу с палкой, но скоро уже выйду на работу. Отлично, я слышал, Ванси, какой придурок, да? Да. Никогда не доверяю людям, ходящим по улице в пижаме. Просто открыть тебя. Хорошо, что было. Надеюсь, ему было больно. Думаю, было. Я не ожидал от него такого. Томми, это психопат убийца, слишком наивен. Я скоро выйду на работу, а позже расскажу тебе за жизнь. Не спеши, Эрнест, занимайся собой. Все, ребята, теперь я думаю, я уже точно все звонки принял. Принял, тут мне сказать. Ну, поэтому это видео я назову прохождение Васити на 100% 9 стрим, прям финал-финальный. Ну, вот знаете, ну бывает такое. Я просто вот как совершенно перфекционист, вот не могу вот этот звонок просто дать вот не принято. Вот не могу, я понимаете? Я все-таки перфекционист и люблю, чтобы все было идеально. Получается всего 3, 4, 5 звонков получается. Если я, конечно, правильно посчитал. Все, по идее, больше звонков уже не приходит. Вот теперь я уже точно принял все звонки, ребята. На этом видео я заканчиваю. Спасибо всем за просмотр. Прохождение Кто-Сити было поистине крутым и легендарным. Всем пока.